Опять на проброс уходит? Нет, ассистент рефери руки в стороны разводит, говорит о том, что ничего там не было и близко. Ковалевич, быстренько передача и еще один Ероха, перед ним пустой угол и штанга. Да, как не попал Ероха. Вот этот самый момент, да. Все, уже Брикун был отыгран и угол пустой, но Ероха не попал. И с этой камеры, наверное, еще будет лучше видно, да? Как вот она туда не вошла. Фарафонтов и с ним Даниил Сапко. Ну и третий мы пропустили из-за удаления. Потом и к ним я вернусь. Ну а здесь, посмотрите, как ошибается витебский игрок и Анаркулов. На этот раз Анаркулов. Да, вот это такая фишка Ковалевича с разворота потом бросать. Ковалевич в ближний пытается завести. Ну это вот последний будет шанс для броска. Бросок Анаркулов. И посмотрите, как хорошо получилось. Левко 1-0 выходит. С Брикуном не разбирается. А Игорь Брикун. И в ответ, смотрите, тоже полетело. Чернова. Это уже Анаркулов. И опять Левко. И зевает Шахтер. Еще бросок. И опять Брикун. Играл, да? Было много силовых приемов. Ну и в самом начале, да, вот этого вот отрезка безумного двухминутного в конце Левко имел потрясающий шанс. 1-0 вышел с Брикуном, но не переиграл кипера. И опять падение. Камбович. Камбович уже всем видом своим показывал, что никого не трогал. Неудобно. Наркула. Падает Трунев. И тут не будет ничего, да? А это шанс для Шкапцова. Шкапцов для себя чистый лед выбирает. Брикун. Могучий парень, как я уже говорил в первом периоде. Наверное, самый рослый в составе Витебска. Ну и на фоне Шахта. Там, наверное, только Казнодей, да? Да Золомай могут с ним посоперничать. Бросок. И какая залетает. 1-0. Шахтер. От бортика, да? Там шарахнул Казнодей. Ну и она облизалась, по-моему, сразу и штангу, и перекладину. Есть, да, игровые, неигровые. Ну и когда нужно, еще и забросил. И как забросил, обратите внимание. Над плечом у Анаркулова, ну, она там выскочила. Из-за Микульчика, да, похоже. Микульчик, да, перекрывал так немного. Боком. И боком тоже не бросает. Подключает еще одного партнера. Тот пытается выйти на чистый лед, бросает. Анаркулов на месте. Красочек. Да, неприличное количество их в последнее время. По витебским воротам идет и опять. Падение, посмотрите, да, Стефанович доводит передачу до Алистерова и Анаркулов. Да, у Алистерова хороший был шанс. И звено Чернова на лед. Да, не видится, но опять, да, вот витебская атака вроде зашла в зону, но нет там бросков. А там падение, и лежит какие-то шахтеры на льду. Сапко это. Ну и понеслась. Ядроец и Фарафон. Здесь Фарафонтов, да, удушающим победил. И опять Ядроец бьют, да, уже вторую игру подряд. 2 минуты большинства для Витебска. И это для Шахтера уже 4-е удаление. Ну и вот пока ни разу ничего не реализовали. И тут еще едва не пропустили, а нет, и пропустить умудрились. Вот так вот очень неудачно начинается период для хозяев. Да. И место... Смотрим, ошибка. И Алистеров, оп, объехал и с неудобной уложил. Да, кто там, Левко ошибся. Ну и все-таки... Сейчас на скамейке, да, штрафников, и без него спецбригада будет неполная. Вторая, бросок и Брикун. Ельманов неплохо бросал, ну, Брикун на месте оказался. Ну и опять такая мини-стычка. И Казнодей пошел Левко обнимать. Видите? И опять Алистер. И опять неудобный, но Анаркулов на месте, да? Листопадов сам бросил. И еще добивание. Брикун сносит ворота. И это 2 минуты. Того, что защитник Листопадов зашел, бросил в зону. Ну а здесь Брикун. И это вот бросок Анаркулов под мышку. Шайбу зафиксировал. Гимбатов против Димкова.
выиграл Гимбат вбрасывание. Но шайба полетела в пустые и до пустых долетела. 0-3. Да, здорово выиграл вбрасывание, но закончилось это все вот так. Знаете, здрасте. Шахтер 3, Витебск 0. В серии Шахтер 4, Витебск 0. Ну, как я уже говорил, большое спасибо за сезон. Приятно было в этом году отсюда работать, да, рассказывать о хоккее. Команда была. Вот это самое, наверное, главное. Мысль, которую я хочу сказать. Будем прощаться со зрителями Ясного ТВ. Но только тогда, когда посмотрим, да, еще за этот год эту команду здесь полюбили. Да, большой и вопрос. Вот эти аншлаги в матче плей-офф. Это стоит дорогого. Но Шахта, конечно, все впереди. Шахта это изначально был фаворит этой пары. Ну и так оно и произошло. Да, смотрите, да, сейчас в одной зоне, да. Ну и овация. Стоячая овация и для одних, и для других. И смотрите, как это всегда красиво, здорово. Легко, да. Столько лет тоже в Шахтере вот, Фиере. Любит команду. Хоккей, на футбол, на баскетбол, на все что угодно. Как раз таки вот ради этих эмоций, которыми стоит жить. Да, вот Левко и Чуприс никак не могут расстаться. Ну, может, Чуприс уже на следующий год Левко и в Шахтер зовет. Кто знает. Хороший сезон Левко провел. Очень хороший. И вот капитан. Александр – вице-капитан.